80-летию снятия блокады Ленинграда в Карачаевске прошел региональный этап всероссийской акции «Блокадный хлеб». Городская молодежь вспомнила события, которые пришлось пережить ленинградцам в страшные 872 дня, когда они были изолированы в собственном городе и обречены на голодную смерть. Участники акции, студенты колледжа МАКСУ и волонтеры основательно подготовились к мероприятию. Мадина Каракетова продолжит тему. «Блокадный хлеб». Он был из наших бед. Эллина Гумова так читает стихотворение «Блокадный хлеб» Лидии Хемельяниной, бывшей ребенком во время блокады Ленинграда и прошедшей через все ужасы и лишения, что прохожие останавливаются и слушают завороженно. А Эллина рассказывает, что даже этот кусочек голодающие люди не получали по несколько дней. Голос девочки переносит собравшихся в тот самый вымирающий город, в мечты ленинградцев хотя бы раз наесться досыта, в квартиры, где погибают от голода дети. Организовывая участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб» администрация Карачаевска преследовала очень важную цель – не дать забыть историю своей страны, рассказывает начальник отдела туризма и молодежной политики Елена Салпогарова. Акция приурочена к тому, чтобы молодое поколение не забывало историю своего народа. Ну и, конечно же, чтобы они помнили героические и трагические страницы Великой Отечественной войны. Участники акции – студенты колледжа МАКСУ, волонтеры и городская молодежь основательно подготовились к мероприятию. Решили провести его прямо на улице в центре города, а не в стенах учебного заведения или одного из актовых залов. Дети рассказывали сверстникам, которых пригласили принять участие в акции, и просто прохожим, привлеченным происходящим действом, о событиях, происходивших в те 872 дня, что продолжалась блокада Ленинграда. Старались в стихах и рассказах передать весь ужас умирающего от голода города. Самым голодным в блокадном Ленинграде был период с середины ноября до середины декабря 1941 года, когда запасы продовольствия были на исходе, а все пути поставок были заблокированы. Солдатам, сражавшимся на передовой, тогда стали выдавать по 500 граммов хлеба, труженикам по 250, а остальному народу, в том числе и детям, и того меньше. 125 граммов – такова была норма выдаваемого людям хлеба в дни блокады Ленинграда. Сегодня многие из нас весьма пренебрежительно относятся ко вчерашнему хлебу, без сожаления выбрасывая его в помойное ведро. И, конечно, без охоты мы покупаем вчерашний хлеб в магазинах. А в дни блокады Ленинграда от 125 граммов черного хлеба, изготовленного из муки самого низкого качества, зависела человеческая жизнь. Вот такой вот кусочек хлеба голодные люди растягивали на целые сутки. И сегодня кусочек черного хлеба в 125 граммов стал одним из символов блокадного Ленинграда. Участники акции раздали горожанам символ блокадного Ленинграда – кусочки черного хлеба весом 125 граммов, вложенные в упаковки, имитирующие продовольственную карточку. Это очень растрогало жителей Карачаевска Хусея Джирикова. Вот это продовольственная карточка и хлеб, по которым получали для ленинградцев, наверное, имело значение больше, чем любая другая драгоценность или другое благо для самого человека, для выживания человека. А условия, в которые были поставлены ленинградцы в период блокады, были действительно нечеловеческие. Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944, ровно 872 дня. За это время на город было заброшено более 107 зажигательных и фугасных бомб, 150 тысяч артиллерийских снарядов. Погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона людей. Мадина Каракетова, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.